Смотрите на мощного, крепкого, мускулистого кота, который у вас живет. Наверняка видно, насколько тело имеет хорошую физическую массу, сбалансированность крепкого тяжелого корпуса. Крепкий бобтейл должен быть крупного, среднего размера, но тяжелым, крупным, настоящим аборигенным котом. С отличной широкой грудной клеткой. Места аркообразные линии спины. При этом вот эта мышечная масса хорошо развита. Такой небольшой гладиатор, который вот виден сбитый такой кусок мышц крепости костяка. Отличная широкая линия спины, чуть завязанных профилем с переходом. Средние размеры, широкая наполненная гордичка. И, конечно, такой вот выразительный, брутальный, вибрационный.